Регионы разные, проблема общая. Сегодня ряд субъектов страны, включая Чувашию, в режиме видеоконференции обсудили выполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Кабардино-Балкарская республика, Мариэл, Тюменская, Новосибирская и Тамбовская области. Вот те немногие регионы, где программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья выполняется и даже с опережением, отметил Дмитрий Казак. Впрочем, в другом списке тех, кто нарушил сроки реализации, значится куда больше субъектов. 17 субъектов Российской Федерации тоже в состоянии на сегодня, 28 ноября, реализовали по состоянию за три квартала, реализовали программу только на 15%. Мы договаривались о том, что больше мы не будем давать клясться друг другу, не будем убеждать друг друга во взаимном доверии или недоверии, а все обязательства против денег должны быть подкреплены финансово, и в случае невыполнения соответствующих обязательств должны наступать финансовые последствия. Иными словами, те, кто подобные гарантии не даст, денег в следующем году из фонда реформирования ЖКХ не получат. Еще одна непростая тема – капитальный ремонт. Законопроект долго обсуждался, жителям детально объясняли, за что они будут платить. Но в реализации закона возникли сложности. В некоторых субъектах Российской Федерации указывают, там, так сказать, срок ремонта жилого дома – это 15-30 год. Вот как вы думаете, как там люди будут после этого относиться? 15-30 год. Хотя должен быть четко указан год ремонта. Навести порядок в этой области, причем срочно, еще более важная задача, отметил заместитель правительства страны. Ведь касается она абсолютного большинства российских граждан. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.